Семья легендарной певицы Розы Баглановой мечтает создать музей памяти народной артистки СССР. В квартире, где она провела последние годы своей жизни, хранится много вещей певицы. В зале стоит фортепиано, на котором она играла почти полвека. На видном месте расположился и любимый чайный набор Розы Баглановой. Любимица публики ценила серебряные изделия, считая, что они имеют целебные свойства. Фруктовница и две серебряные ложки, которые остались певице от отца, были особенно дорогие. В квартире находятся несколько ее концертных нарядов и головных уборов. Все эти вещи и предметы могли бы занять достойное место в музее, в котором можно воссоздать обстановку квартиры Баглановой. Но для этого требуется подходящее здание. Очень много вещей сохранились с того времени, когда она была жива. Практически нетронутые, вплоть до носового платка, перчатки, та же мебель, ордена, концертные костюмы, посуда, которой она пользовалась.